Всем привет, друзья! Меня зовут Давид, и вы, как всегда, находитесь на YouTube-канале R-Style. Я всегда искренне радуюсь, когда в мои руки попадают разные наушники, так как действительно очень люблю звук. Ну, мои подписчики постоянно знают. И вот, в общем-то, мне подвернулась такая замечательная вещица от компании JBL. Я думаю, большинству подавляющему представлению фирма не нуждается, делает совершенно разную аппаратуру, хай-фай класса и профессионального. Ну, буду честен, я с этой фирмой как-то раньше дела не имел. Хотя, разумеется, знаю, что эта фирма есть, и у нее достаточно, на мой взгляд, хорошая репутация. И с удовольствием рассказываю вам о наушниках от этой компании. Это JBL E30. Вещь, наушники эти, точнее даже не наушники, это гарнитура со всеми современными смартфонами, притом я проверил не только на андроиде, поддержка производителем заявляется Android, поддержка iOS, режим гарнитуры, ну и проверил с Windows Phone смартфоном. Также без проблем работает, когда раздается звонок, если вы подключили ее к смартфону, то мы нажимаем кнопку ответа и разговариваем. И когда слушаем музыку на всех новых смартфонах, мы когда нажимаем кнопку, то соответственно пауза или play. Здесь, конечно же, также есть микрофон для разговора. Итак, давайте прям по порядку начну. Сначала с комплекта. Тут никаких неожиданностей нет. Коробка достаточно большая. В коробке у нас есть инструкция и сами наушники. И есть еще здесь, в общем-то, здесь инструкция, точнее, лежит. Сделано все достаточно красиво. Что тут сказать? Хорошо. Но коробка нас интересует в последнюю очередь. Нас интересуют наушники. Наушники для портатива. То есть сопротивление у них 32 Ома. И наушники достаточно легкие, 150 грамм. Ну, как относительно собранные. На мой взгляд, достаточно хорошо. Ничего не могу сказать. Единственное, я не маленького роста, и голова у меня большая. И мне в самый-самый притык эти наушники налезают. Сразу скажу, что при длительном ношении, прослушивании музыки, дискомфорта не возникает от звука, звук качественный, сейчас постараюсь как можно подробнее, но вот мне вот чуть-чуть вот здесь вот давит, но нужно учитывать, что у меня просто большая голова, а наушники даже на максимально, когда я их раздвигаю в положение, они впритык, поэтому вот такой нюанс учитывайте. Возможно, я зря придираюсь, думаю, многие не заметят, но мне показалось, что вот здесь вот немножечко голова болит. Ну, правда, и слушал я, наверное, час. Почему так долго, сразу вопрос, знаете, звучат классно. Сразу расскажу про звук. Я понимаю, что это очень сильно субъективно, понятие звук для всех разное. Кто-то и наушники-затычки комплектные за $2 говорит, ой, а классно играет. А кто-то там какие-то вообще арматурные наушники слушает и говорит, не, это не то. Что могу сказать про звук? Ну, во-первых, наушники закрытые. Единственное, нужно на полную мощность делать в метро, на середине громкости все слышно. А на полной мощности, конечно, уже хорошо. Наушники закрытые, наушники для портатива, и качество звучания я бы охарактеризовал как бодрое. Не ровное, а бодрое, энергичное достаточно. Звучит красиво, звучит хорошо, хочется слушать и слушать. Басы. Здесь нет такого какого-то супер раскатистого баса на мои уши, но бас нормальный, средние частоты нормальные, высоких немножечко нехватка, но это, в общем, так или иначе особенность, я думаю, всех закрытых наушников как таковых. В целом никаких минусов на мой слух нет. Тем более, учитывая цену этих наушников, они не стоят каких-то огромных заоблачных денег, а, в общем-то, скажем так, средней, наверное, цены для портатива, мне кажется, очень даже неплохо. По наушнике можно развернуть, чашки поворотные, разворачиваются достаточно туго. Но, может быть, это даже и хорошо. То есть можно вот так вот их и на шею, например, повесить, либо положить. Существует 5 цветов разных. У меня красные, есть еще разные другие цвета, там черные, белые, по-моему. Ну, смотря какие в вашем регионе продаются. То есть по качеству звука, это наушники, еще раз скажу, все очень сильно субъективно. И для кого-то это будет великолепно, кто-то скажет, не, мне чего-то не хватает. Но в целом очень энергично. Я слушал, я наслаждался, слушал плеер Kavon, телефон Samsung и телефон Android, разумеется, S3. И слушал также с Windows Phone 640-го. То есть три источника звука, и на всех мне понравилось. Единственное, неожиданно немножко, это в минус, наверное, заносить не буду, потому что большинство наушников, у них кабель вообще несъемный. Здесь же с одной стороны, который подсоединяется в наушники, это 2,5 мм. Два. Это малюсенький, очень мало распространенный сейчас разъем. А с другой стороны стандартный 3,5 мм джек. Вот, смотрите сами, то есть если вы этот кабель потеряете или сломаете, в принципе, найти ему замену можно, но было бы, конечно, проще, если с двух сторон был джек 3,5. Не знаю, почему сделали такой, но в минус это относить не будем. Опять же, повторюсь, потому что многие кабель у многих вообще несъемный. Здесь хотя бы его можно снять и в случае чего заменить, если оторвали.
Ну что же, по кабелю еще добавлю. Кабель не скручивающийся, достаточно жесткий, но он, честно говоря, запоминает форму, поэтому когда я несколько дней их ношу, он, в общем-то, такую же форму и оставил практически. Это, не знаю, плюс или минус. В общем-то, наверное, плюс, потому что, в принципе, он не запутывается. Еще раз покажу более подробнее сами наушники вблизи. Чашки мягкие. Еще раз про звукоизоляцию говорил, наушники закрытые. Но единственное, еще раз говорю, в метро нужно на максимальную громкость включать. В целом, нормально все. Материалы, пластик достаточно хороший. Даже недостаточно, а вообще хороший. На удивление, хороший. Ничего не могу сказать в минус. По большему счету, если, наверное, подводить итоги, то плюсы – это крепкая конструкция, красивый внешний вид, мне действительно внешний вид нравится, и добротный энергичный звук. Минусы, ну, которые я вначале рассказывал, мне лично немножко давят вот здесь, после длительного прослушивания. Вот. Особенности, ну, то, что работают в качестве гарнитуры с современными смартфонами. Можно и ответить на звонок, и включить, или выключить, то есть поставить на паузу, либо продолжить воспроизведение. В общем-то, ребят, зачет, как говорится. Ничего плохого я в них за время тестирования не обнаружил и вполне мог бы пользоваться такими наушниками сам. Ну что же, как всегда я говорю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем. Давид. Счастливо.